Добрый день! Рада всех приветствовать на своем канале. И в этом ролике вместе с вами я хочу посеять вот такую красавицу, лаванду английскую. Название у нее «Снежный колос». Это профессиональные семена от фирмы «Семена Алтая». Написано, что она холодостойкая. Никогда я раньше не видела белую лаванду, мне она не встречалась. И вот, увидев эти семена, такую расцветочку, я решила ее купить и посеять в надежде, что у меня все получится. Итак, вот здесь, сейчас мы достанем, вот такой пакетик. И здесь всего в этом пакетике 5 семечек. Мы сейчас будем сеять лаванду. Нужно лаванду обязательно при посеве стратифицировать, то есть должна быть лаванда обработана холодом. Это вы можете сделать в холодильнике, посеяв, поставив плошечку в холодильник, можно посеять и вынести на улицу, там в сугроб куда-то прикопать или на холодной веранде. Ну, должна быть такая небольшая положительная температура. Прям не промораживать семена, а вот, ну, такая прохлада должна быть, потому что вот есть растения, там дельфиниум, вот лаванда, вербена, они любят, примула, они любят обязательно стратификацию, и без стратификации эти семена просто у вас не взойдут. Итак, я подготовила вот такую емкость одноразовую. На дно я насыпала вермикулит. Это у меня в этом году будет новый эксперимент, опыт, для того, чтобы у меня не пересыхали очень быстро трофяные таблетки. Не всегда у меня получается следить за их влажностью, таблетки пересыхают, и от этого страдают растения. Поэтому я решила попробовать на дно насыпать вот вермикулит. Я его намочила, сверху я поставила половинки торфяных таблеток, то есть я беру вот такую таблеточку и ножницами перерезаю ее пополам, и у меня из одной таблетки получается две. Это экономия у нас посадочного, как говорится, материала, потому что сейчас таблетки, мало того, что они дорого стоят, их еще и не всегда можно найти в продаже. У нас вот с таблетками фирмы Джефф, которыми я пользуюсь, мне они нравятся больше всего, и я считаю, что это самые лучшие таблетки, по крайней мере, из тех, что у нас продают. Я вот, ну, стараюсь как-то сэкономить. Нам таблеточки нужны только для того, чтобы вот наши семена немножко прокотленулись, проросли, пошли в рост, а потом, естественно, мы из этих таблеток будем уже пересаживать, там, переваливать, репетировать уже в другие емкости и в другую землю. Поэтому вот сейчас у меня все подготовлено. Давайте приступим к посеву. Вот такие, ну, можно так выразиться, мелкие семена у лаванды. Пожалуйста, будьте очень аккуратны, когда вы будете доставать семена из пакетика. Они прям вот, когда открываешь этот дипакетик, они стараются куда-то улететь. Но так как они меленькие, еще и цена не совсем демократичная, можно так выразиться, на эти семена, ну, достаточно дорогая. И очень жалко, если вы такое семечко потеряете. Оно просто улетит, и вы его не найдете. Поэтому будьте осторожны и аккуратны. Сейчас по одному семечке я разложу на поверхности моих торфяных таблеточек. И сильно заглублять лаванду я не стану, потому что семена, ну, не сильно крупные. Прям вот так, буквально, ну, вот на немножко. Так вот, они у меня не хотят сеяться. Вот я о чем вам и говорю, что... Так, сейчас попробую аккуратно рукой. Так. Посеять, ага. А то будет очень печально. Купили семена и потеряли их. Так. Семена темные. Вот. Их на поверхности практически не видно. Поливать я не буду.
потому что у меня очень-очень влажный, сами таблетки, они очень хорошо напитались влагой. И семена быстренько здесь промокнут. Сейчас я эту емкость накрою крышечкой и поставлю именно эту лаванду, я поставлю в холодильник для стратификации. Дальше будем с вами наблюдать, что-то получится у меня или нет с прорастанием вот такой красивой лаванды, беленькой. Кто уже выращивал такую лаванду, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как у вас получилось ее вырастить, красивая она или нет, была бы вам очень признательна. Всем спасибо за внимание, всем добра, здоровья, удачи, до свидания!